Областные депутаты собрались на последнее в этом году заседание. Перед уходом на новогодние каникулы парламентарии корректировали текущий бюджет. Своеобразный подарок к предстоящим праздникам получили аграрии. Из-за неурожайного года на поддержку сельхозпроизводителей дополнительно выделили почти 68 миллионов рублей. Ради этого пришлось сократить расходы на содержание аппарата чиновников и депутатов. Сокращаются ассигнования на закупку товаров, услуг и оплаты труда по законодательному собранию на 37 миллионов рублей, по управлению делами закупка товаров и услуг на 17 миллионов рублей, комитет по природным ресурсам на 11 миллионов рублей, комитет по экологическому надзору 900 тысяч рублей и архивное управление также 900 тысяч рублей. Парламентарии позаботились не только об оздоровлении экономики области, но и о ее жителях. Депутат Алексей Ломов обратился к предпринимателям с предложением отказаться от продажи слабоалкогольных энергетиков. Официальных оснований для этого пока нет. Областной ЗАГС ранее уже принимал закон о запрете алкогольных тонизирующих напитков, но предприниматели оспорили документ в суде, и он был отменен. Прошу социально ответственный бизнес, который работает на территории Ленинградской области, отказаться на все время от продажи алкоголесодержащих энергетиков, так как это действительно вредит одному из самых незащищенных нашему населению, это наши дети. Тему здорового образа жизни продолжил экс-капитан «Зенита» Алексей Ягонин. Депутат с футбольным прошлым и в политике не расстается с любимой игрой. Ягонин вместе с коллегами по фракции прямо в зале здания правительства провели товарищеский матч по «Сабутео». Это вид настольного футбола, в котором играют щелчками пальцев по фигурам футболистов. Своеобразный тренажер Алексей Ягонин планирует подарить одному из социальных учреждений Ленинградской области. Хотим передать его как дар, да, смотреть, какие будут отзывы. Дальше мы проедем, наверное, по детским домам. Есть небольшие сложности в организации, то должен быть обязательно человек, который объяснит, расскажет, все покажет. Мы ни в коем случае не хотим остановиться на том, чтобы просто отдать и что же дальше с этим делать. Товарищеский матч между Алексеем Ягониным и его однопартийцем Александром Русских закончился с минимальным счетом 1-0 в пользу Ягонина.